если спросят, не у нас нет фашистов, у нас нет ничего. Вот знамена, под которыми маршируется это все. Это разве Украина? Украинский флаг. Вот флаги, которые висят. Это буквы, какие-то знамена. Вот. УПА, Бандера, что он видит. И эти буквы в игровой форме, вот это учили детям, от этого всего. Формировали сознание детей здесь, к этому ко всему. Естественно, ненависть к России, ко всему русскому, русский язык и так далее. Вот, с грузинами братья навеки, хотя такого не было никогда. Вот прикручена наша история, посмотрите. Бандеровцы, значит, короче, люди. Потому что сейчас вот так. И эта буква, скажу, где-то, это буква И. И вот дальше пошло.